В каждом храме буддийском есть вот такое изображение. Вот изображение, мы называем его самсара. Это великая круговерть. Все живые существа, мы в том числе, находимся здесь, в этом круге. Согласно нашему учению, существует 6 уровней сознания. Вот здесь показано вот мир людей, да, со всеми своими заботами. То есть рождение, болезнь, старость, смерть. Здесь все обозначено. Да. Вот внизу ад. У нас есть 8, как бы в книгах написано, что существует 8 горячих адов, 8 холодных адов. А внизу она соединяется, дно ада называется. И существа, которые совершили большие тяжкие проступки, тяжелые грехи, они, соответственно, попадают сюда, в эту область. Чуть выше ада, вот еще один уровень есть сознания, называем голодные духи, мир голодных духов. Ну, само себе голодные духи за себя отвечают, потому что они там постоянно испытывают чувство жажды, чувство голода. Чуть выше мир животных и насекомых. Вот эти 3 считаются неблагими рождениями, как бы плохие. 3, как считается, более-менее. Вот мир людей, да? Вот мир асуров. Асуры – это воинственные небожители. Они живут дольше, чем люди, но у них постоянно есть вражда и зависть. Они постоянно в состоянии войны. И 6-й – мир богов. Это мы называем тенгри, небожители. Там, конечно, долго живут и счастливо, но все-таки она когда-то рано или поздно заканчивается. И вот, я говорю, 6 миров, да? И вот в данный момент мы находимся в мире людей. Через 100 лет нас не будет, мы где-то вот здесь будем, в этих 6 мирах.